Здравствуйте, меня зовут Губаров Александр. Моя творческая жизнь началась в 9 лет, в 1995 году, в семейном ансамбле, который создал мой отец. Уже через 2 года, в 1997 году, коллектив получил звание «Народный». А в конце 1998 мы принимали участие в международном фестивале семейных коллективов в Санкт-Петербурге, где выиграли лауреатство. За 4 года существования ансамбль получил множество наград. В 2000 году, в 14 лет, я поступил в культпросвет училище города Астрахани, ныне колледж культуры, на отделение Дирхор, и выступал огромное множество раз от училища на всевозможных площадках города Астрахани и области. Параллельно начал петь в церковном хоре с 2002 года. После окончания училища в 2004 году, в 18 лет, я поступил в Саратовскую консерваторию на кафедру РНК, руководитель народного хора, где по классу вокала у меня была народная артистка Российской Федерации Елена Андреевна Сапогова. Во время обучения в консерватории я параллельно работал в церковных хорах и даже выучился на регента и стал руководить хором Никольского мужского монастыря города Саратова. Также пел в фольклорном ансамбле «Забава» под руководством Анжелики Глумовой. С «Забавой» ездил на фольклорные фестивали. После окончания обучения в Саратовской консерватории в 2009 году я устроился в Астраханский государственный ансамбль песни и танца. Также начал работать в Иоанно-Предтеческом мужском монастыре и пел при нем в ансамбле «Скимин» под руководством Алексея Юрченко. Именно я принимал участие в международном фестивале Академия православной музыки в Санкт-Петербурге в 2010 году. В жюри сидел композитор Андрей Ларин. Волей судьбы он для Астраханского государственного ансамбля песни и танца сочинил несколько произведений и был приглашен провести мастер-класс для артистов хора. В 2010 году я снялся в одной из главных ролей в первом астраханском художественном фильме «Когито», режиссер Кирилл Григорьев. В том же году я пошел в армию, где был барабанщиком военной части. В 2011 году, после службы в армии, я вернулся в госансамбль. В 2014 году, после 3 счастливых лет работы в госансамбле, я уехал в Москву по семейным обстоятельствам. Там работал на Валаамском подворье известным в церковных кругах Германом Рябцевым. Он известен тем, что записал больше 10 альбомов знаменного распева Валаамского монастыря. Также я участвовал в сольном концерте Марины Девятовой в качестве бэк-вокала. Через 4 года, в 2018 году, я вернулся в Астрахань. И, конечно же, устроился в свой любимый Астраханский государственный ансамбль песни и танца, по которому стучал в Москве. В том же году меня взяли педагогом по вокалу в музыкальный колледж имени Мусоргского. Мои студенты становились лауреатами первой степени на всероссийских конкурсах. На данный момент в ансамбле я работаю уже 6 лет. Это моя любимая работа. Нравится мне в ней все, начиная с репетиционного процесса и заканчивая выступлением на сцене. Также люблю гастроли. Открываю для себя новые города и публику,